Hello friends, myself Shubham and you're most welcome in Shubham Technical. Please like and subscribe. Всем привет, вы находитесь на канале Крюгеры, и сегодня у меня есть новые подробности о предстоящем легендарном телефоне Nokia 3310. По информации китайского ресурса VTechGraphy, переизданный Nokia 3310 все так же будет телефоном, а не смартфоном, как думали многие. Дизайн телефона не будет сильно отличаться от его предшественника, который был выпущен в 2000 году. Изменения будут только в весе и толщине. Это не должно стать сюрпризом. Компоненты телефона уменьшились в размерах, что позволило сделать его тоньше и легче. Кроме того, новая Nokia 3310 получит цветной дисплей. Для сравнения, оригинальный телефон был выпущен с монохроматическим дисплеем с разрешением 84 на 84 пикселей. Новый дисплей, скорее всего, не будет иметь высокое разрешение, чтобы сохранить длительный срок службы батареи. Также стало известно, что телефон будет поставляться в нескольких цветах – красный, зеленый, желтый и другие, чтобы быть более привлекательным для подростков. Как ожидается, Nokia 3310 будет представлен вместе с Nokia 3, Nokia 5 и Nokia 6 26 февраля на выставке MWC 2017 в Барселоне. А вы купите себе Nokia 3310 и сколько вы готовы за него заплатить? Напишите свои варианты в комментариях и не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки, делитесь этим видео с друзьями и до встречи, до новых видео.